Итак, почему так людям нравятся худые, которые постоянно жрут? Ответ простой. У таких людей очень сильно разогнан метаболизм. Очень сильно. Ну, иными словами, они очень здоровые. И могут выдержать многое. Ну, а людям нравятся здоровые люди. Ха, что тут говорить? То есть, потребляя всякую там дрянь, их организм не набирает, то есть не откладывает вот эти шлаки, а с уверенностью их выводит. И, соответственно, никаких накоплений нет. Потому что, ребята, любая полнота, любой жир, любой, это реально токсины. Токсины, которые мешают нам жить. Вот именно поэтому очень сильно нравится людям худые, которые постоянно жрут. Те, которые худые, но ничего не едят, вызывают такое сомнение. Ну, по сути, черт его знает, хороший у них метаболизм или плохой. Не понять же так. Может быть, действительно хороший. Но это уже другая история.